Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков полностью поддержал реализацию масштабного проекта «Новый Мурманск». Об этом он сообщил во время встречи с губернатором Андреем Чибисом на полях Гайдаровского форума. Это флагманский проект для развития городов. Считаю, сделать Новый Мурманск – дело чести. Мурманск – бесспорная столица Севера, сказал глава Минвосток развития РФ Алексей Чекунков. По итогам встречи стороны договорились в ближайшее время сформировать совместный план мероприятий по поэтапной реализации проекта «Новый Мурманск» в столице Заполярья. Напомним, проект предусматривает обновление промышленной территории в областном центре. На месте судоремонтного предприятия планируется создать морскую набережную, которая охватит действующий морской вокзал и площадь перед ним, и совместное общественное пространство с Арктическим музеем, апарт-отелями, гастрономическим кластером. Также в едином дизайн-коде будут обновлены и благоустроены прилегающие территории, включая одну из визитных карточек города – железнодорожный вокзал.